Так, а это у нас Комнова Ирина, кажется, готовится Да, вроде бы она. На упражнение на брусе. Она вроде чистенько всегда делала брусья. Хороший, да, стиль. И... Продев, 360, пак. Ножки чистенькие, прямые, вместе. А, это Листунова Виктория. Да, действительно, это не Ирина. Но работа похожая, работа отличная. Ноги вместе, всегда все элементы четко практически завершает. Ой, умница. Отлично, шикарно. Хорошо. Шикарно. Вот для Москвы хорошие очки принесет сейчас Вика Листунова. 14-206, Юрченко, два винта. Встала, пропустила. Да, я. Все в порядке. Маша пока засмотрелась на брусья. Сейчас переключимся на бревно как раз и посмотрим работу Вики Листуновой из команды Москвы. Яна Ворона чем-то напоминает еще меня, когда на разминке ты боишься прыгать. Вот когда боялся 2,5 винта перед Лондоном, перед Олимпиадой 2012-го. А когда поднимаешь руку, у тебя резко появляется бешеный адреналин, и у тебя резко все получается. Вот как у нее, она сейчас разминалась, упала 2 винта, не докрутила. Сейчас идеально на сдачу сделала. Стоять. Хорошо, пока уверенно так достаточно Вика Листунова держится. Ой, вот здесь ах, чуть-чуть ошиблась. Шпагат, мне показалось, немножко не дотянуло. Здесь здорово. Ой. Ух ты! Вот это... Сложный элемент достаточно. Ноги чуть-чуть она... Перекинула за да, спину. И поэтому чуть-чуть она не перевернулась. Ну, фляг назад с пируэтом, конечно. Это винт в руки у нас, да. Вип, мне послышалось. Вип-элемент. Винт. Но он действительно как вип. Поэтому тут... Но его страшно делать. Я его не смогла выучить, я испугалась. И соскочек, рандат, двойное сальто. Ну, здесь уже уверенно. Ну, вот соскочек слабоват немножко. Можно было... Мне кажется, совершенно верно, да, Дарья Скрипник из Ростова-на-Дону. Да. Южный федеральный округ. От Листунова. Виктория. Я на них вот так смотрю, я просто вспоминаю нас маленькие. Мы не были такие худенькие. А они вот сейчас все вот новые девочки, которые пришли, в основном став заметили, они все худенькие, высокие, ножки длинненькие. Как вы думаете, с чем это связано? Я не знаю. Ну, от родителей, скорее всего, я думаю. Диету держит получше, может. Да не. Шутка, конечно, Мария, да. Ну, не, фактура разная, смотрится. Фактура, да, бывает просто антропометрия, она, в принципе, абсолютно индивидуальна для каждого. Давайте посмотрим вольное упражнение. Мария, предоставляю слово полностью. Так, она сделана за связку 2 темпа, 3 винта. Достаточно хорошо приземление. Рот захват. Там чуть-чуть вот свалилось, но я думаю, все-таки судья сделает палочку. Недоворот, да, был небольшой? Ну, она рано, да, ногу сбросила, нужно прям было перед носом опустить ее. Немножечко было улыбаться. Сконцентрированы, настроены, да, и, конечно, думают немножко о другом, скорее всего, во время упражнения. Вот что нравится, у них у маленьких девочек очень стабильный нижний поворот. Это вот на одной ноге, которая, да, 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 вот они сейчас они показали. Немножко. Двойное сальто. Шпагат был. Хорошо. Вот улыбочка была, видели? Проскочила, да. Но здесь уже такая более простая часть комбинации. Можно, да, действительно улыбнуться. Еще одна акробатическая связка. Хорошо. Два угла. Умница.
Ну вот и уже и улыбочка пошла в конце, безусловно. Молодец, Вика Листунова, хорошо так отработала свои вольные упражнения. Ждем мы оценочку ее тоже. Ну да, вообще здесь, конечно, Ангелина не ожидала, наверное, сама Вика от себя. Листунова. Ой, как-то это... что-то у нас фляка грязненько в два винта зашла. Так, еще раз посмотрим. А, уже собаку. А, это уже второй прыжок, да, второй прыжок, собаку углом, и она вот закосилась.